Все души носи вас, братья Иисуса, поздравляю с сегодняшним воскресным днем. День, когда мы совершили еще одну божественную литургию. Мы причастили все тело крови Христа. Но все богослужение, чтение, песнопение, атмосфера службы, все более и более приближают нас к подвигу Великого Поста. И одно из главных подвигов Великого Поста – это, конечно, покаяние. Сейчас очень много будут говорить о Великом Посте. Это что есть, что пить, чего и с кем и сколько. Но пост, прежде всего, это духовное шествие от службы к службе, от молитвы к молитве. И за в день, через тросты и седмицы, седмицу к свету Христову воскресению. Это духовное шествие к победе, к радости, к Царству Небесному в этом мире. И самое, наверное, большое паломничество, самое великое путешествие, содержательное и глубокое, это путешествие по страницам своей прожитой жизни, по своим поступкам, мыслям, словам. Время Великого Поста – это время, когда Церковь останавливает каждого человека от грохота этого мира, от шума, от суеты. И посмотри, какой темп жизни набрало сейчас. Все бегут, спешат, ломятся. И при этом все опаздывают. Время, говорит, сократилось. Да время как было, так и осталось. Мы ломимся. Куда, правда, никто не знает, то все ломятся. Так вот, время Великого Поста. Это время, когда Церковь просит, чтобы мы заглянули внутрь себя. Что мы себе представляем собой? Устроить суд в себе своей совести. И обратите внимание, все наши чувства, они воспринимают окружающий мир. И только покаяние дает такой дар, зовет внутрь себя. Вот поэтому каждый вечер, каждую субботу вечером, вечерней службе, поется дивное песнопение, покаяние, отверзь мне двери, жизнодавче. Но как никогда сегодняшняя притча о блудном сыне раскрывает всю глубину покаяния. В чем раскрывает Господь эту притчу, говорит, чисто социально, просто доступно, просто абсолютно из нашей жизни. У отца было два сына. И вот младший сын захотел взять свою часть имения. Отец не стал ему что-либо говорить. Он свободен. Бог так сотворил человека, что дал ему удивительный дар свободы. Человек даже может творение восстать против своего Творца, против самого себя. Вот такой дар. Это дар великий и страшный, который способен человека возвысить до богоподобия, и в то же время погубить себя и окружающее все вокруг свобода. Конечно, если человек имеет свободу, обладает даром свободы, без долга, без чести, без обязанности, так вот ломится, только, правда, все это плохо заканчивается. Вот этот блудный сын взял часть имения мое и пошел на страну далечью, пишется в Евангелии. То есть на чужбину. Все чужое. Но одна из одна маленькая такая заковыка. Он имел свою долю, пока был с отцом. Но он ушел от отца давать некому. И написал, он растратил все. Так растратил, что упал так низко, что был счастлив от удивительной жизни и вот атмосферы домашней. Питаться хотя бы со свиньями, вот этими рожками, но ему не давали. Кстати, удивительно, Христос мучил свиней. Самое грязное животное. Единственное животное, которое не может поднять голову к небу. Вот такие вот они. И Христос вот сказал, вот со свиньями. И то даже ему не давали. Еще ниже. Но вот он был
сумел сохранить свое человеческое сердце. И он вспомнил, услышал голос своей совести, возложил молитву отца и думает: пойду к отцу, уж отец-то не выглядит, хотел быть последним рабом в его доме. Но случилось чудо. Когда он только решил возвратиться, смотрит, а на дороге стоит седовласый отец, который стоял на дороге жизни его и ждал его. И он подбежал, упал на колени, говорит: «Отче, прости меня, я согрешил на небо пред тобою». И отец даже не стал его спрашивать, закрыл, говорит: «Пойдем, сделаем праздник, дайте ему лучшую одежду, поставьте богатый стол, мой сын вернулся». И тут приходит второй сын в негодовании. Он не стал разделять радость со всей семьей, говорит, он был потрясен поступком отца и поведением сына, своего брата. «Но я же всегда с тобой, но такого праздника ты мне не делал». Он: «Сын мой, все мое всегда твое, ты им пользовался. Но брат твой был мертв и ожил, умирал и воскрес». Вот о чем говорит сегодняшняя притча о блудном сыне. Вот все Евангелие на протяжении веков художники иллюстрировали. Наверное, вершиной вот картины возвращения блудного сына является Рембрандт. И вот мы видим в полутонах на полотне отец, пожилой человек. Он положил руки на сына, сколько в них любви, молчащего крика души и слез, и любви, горячей любви отца. Но что интересно, Рембрандт так написал эту картину, смотритесь, найдите сегодня, посмотрите. Лицо сына вы не увидите, только сзади силуэт. И в каждой картине есть какое-то центральное место. Так вы знаете, какое центральное место в этой картине? Может, я ошибаюсь, конечно. Но вот моя душа подсказывает, центральное место в этой картине – пята блудного сына. Посмотрите, как она истоптана, как она ранена, как она кровавлена. Это вообще, это же сколько все пережить было. Вот в этом маленьком куске картины, части тела оголенного, вся жизнь его прошла. Блуд. Но если бы это Евангелие, точнее, какой такой, знаете, какой трактат медицинский, Евангелие – книга жизни. Так вот, блуд имеется в виду. Есть второй одинаковый корень этого слова – заблуждение. Он заблудился. Он подумал, все пред ним. Он ушел в тот мираж, который рисовал и показывал дьявол Христу в пустыне. Посмотрите, все твое, мне поклонись. А Христос говорит: нет, только Богу живому надо кланяться. Это мираж. И вы знаете, эта притча говорит о каждом человеке. Как мы бросаемся в этой жизни? Говорят, вот подростковый возраст – это большая пропасть. Да потому что молодые, сильные, крепкие, здоровые, да они готовы рушить весь мир, готовы голову свою класть. Вот они, свобода. Вы обратили внимание, младенцев приносят в храм, а подростка нет, дома нет. Посмотрите. Я так годами наблюдал. Почему? Я мучился. Почему? Бросаясь в этот мир, потом их приносят. Или приходит уже состарившись. Все жертву дали. Лучшие годы. Пришли. Все говорят, песок сыпется. Но пришли. Вот так и этот мир. Бог, отец – это Бог. И когда человек отходит от Бога, он подобен чужбине этого младшего сына, который живет на уровне свиней,
Дьявол смеется над ним. Он духовно голоден. Сумеет ли он приподняться над всем этим? Не знаю. И этот мир абсолютно бездуховный. Вы посмотрите, что сейчас, как быстро все меняется, как все разлагается, как все идеалы ниже пояса. Посмотрите, что делается. Это же жуть. То, что Бог, это естественное. Все наоборот. В чем грех? В чем ужас сегодняшнего дня? Оказывается, порок становится законом. Вот если ты не цветной, ты плохой. Что нам Запад несет? В чем разница между Востоком и Западом? Мы считаем, Господь говорит, возьми крест свой, и тогда пойдешь за мной. Вот условие. То есть сможешь пройти в этой жизни с крестом своим. Запад по-другому говорит. Вот если ты обеспеченный, сытый, у власти, Бог тебя любит. А это слово такое, я редко говорю, неудачник. Он Богом покинут, посмотрите на него. Это же жуть. Этим все наоборот делается. Сможем мы противостоять этому? Против мира не надо, мир не надо спасать. Не надо спасать Россию, не надо спасать. Себя начни, как говорил преподобный Серафим Саровский. Зари внутрь свое сердце, свои мысли, помыслов, каждой прожитой жизни. Вот это все пойдет с тобой. Как сказал Бог пророку Иезекиилю, на чем застану, потом буду судить. Слава Богу, что в жизни как-то, что-то, чего-то, но мы приходим к Богу. Мы приходим к Богу. Конечно, порой раздражает и священников, и архиереев, и верующих, как сказать. Приходят не такие, не так одеты, не так говорят, ничего не знают. Может, оно правильно. А давайте по-другому посмотрим. Ведь люди приходят в последнюю надежду, последнее разрешение своей жизни. Может, они больше никогда не придут сюда. Но они не к тебе приходят. Не в твой человеческий рай, а к Богу приходят. Ибо Бог врач. А врач, ну, только больным. И порог храма переступают духовно больные, искалеченные, изуродованные, психически нездоровые, уставшие от этой жизни. Кто-то от горя, кто-то от голода, кто-то от сытости. Почему? Потому что все есть. Веселье море, а радости нет. Это же какое надо иметь сердце, терпение, как говорил отец Дмитрий. Встретить этого человека, чтобы он понял, что он не останется, не забыт. Ибо от нас зависит, человек может уйти навсегда или остаться. Ты, на самом деле, ты должен поддержать этого человека. Это, да, непросто, но так жили святые. А теперь давайте возьмем старшего сына. На протяжении всех лет, когда я проповедовал эту притчу, я как-то о нем мало говорил. И вот эта вся неделя, особенно вот эта ночь, вот всю ночь вот размышляешь. Здесь какое страшное существо на самом деле. Посмотрите, как он сын-то. У него все положительное. Он был при отце, ничего не брал. Улыбался. Ангелоподобный. Но ангелоподобный был настолько на фоне своего заблудившегося сына, брата. Но когда он вернулся и упал пред отцом в покаянии, он вознегодовал, потому что он был расчетлив. Ты-то мне не дал, давай плати. Вот тут-то все и открылась вся гниль и внутри, не от чистого сердца. И отец приглашает, он даже не стал радость делить, а ему не надо радости. Он ждал своего часа, когда вот это все это возьмет он, вот. А тут брат приходит. Так и мы в жизни видим.
Сколько мне приходилось видеть семей, я священник, передо мной столько людей прошло за жизнь, когда отец еще живой, а дети уже бьются за наследство. Говорю, подождите, папа-то еще живой, я ничего не возьму, это все ваше. Вы же братья и сестры, вы родные. Помню, причащал одну женщину, сколько в жизни я причастил. Вот эта женщина, я помню, вижу ее, как сейчас. Когда переслужили, пришли, батюшка, женщина одна умирает, можете крестить? Говорю, машина есть, да, поехали. Приезжаю, царские хоромы, напичкано все, а она лежит на полу в углу. Они говорят, вот она, и ушли. Я говорю, скажите, пожалуйста, а кто она, тебя мать этих детей? Я говорю, почему лежите на полу? Они хотят, чтобы я ничего не испачкал, а я все равно скоро умру. Думаю, Боже, какое зверье. Смотрите, как может быть зверем. Ты, мама, до сих пор вспоминаю со слезами. Я бы всю жизнь ей все отдавал. Это же мама. Она дала тебе самое дорогое – жизнь. Что может выше этого быть? Даже ребенок рождается, маленький, глуп, он ничего не понимает. А говорит, мама, вот пока ты вспоминаешь свою мать и ей все отдаешь, и открываешь ей свое сердце в знак благодарности, ты еще ребенок, ты в жизни еще не сирота. Вот такой порой бывает звериный мир. Мир, который отходит от Бога, люди даже живут в этой клете и не замечают звероподобную вообще атмосферу. Вы посмотрите, вот Моисей дал, Бог дал Моисею заповеди, посмотрите, самое элементарное. В мире все приняли это. Даже те большевики, которые взрывали храмы, расстреляли попов всех, но они тоже это взяли, нет другого. По-другому нельзя выжить. Почему самое простейшее? Озверел человек. И Бог дал самое элементарное – не убивай, не кради, не завидуй, не предавай. Человеком останься. Но чтобы в этом мире сохраниться, Бог так устроил человека, что бы он ни делал, ел, пил, одевался, не носил дорогие мафоры, не имел дорогие кафедры, положения, власть, но никогда он не будет иметь покоя и радости, потому что сердце может наполнить только Бог своей божественной благодатью. Вот поэтому, когда на Руси кричали, что делать, простой мужик в лаптях, преподобный Серафим Саровский, безграмотный мужик, в чем с него взять-то, отвечает, что смысл человеческой жизни – стяжать божественную благодать, то есть Богом богатеть, как говорили святые отцы, богоподобием. И какое счастье, что человек в этой жизни Бога встретил. Это самое великое чудо. Выше этого ничего нет. Ты и Бог. И удивительно, ты опять к нему возвратишься. Что бы ты ни делал, положение, власти, и Господь говорит, одну минуту жизни ты не прибавишь. Вот срок дан, хватит. Что понял, все твое. Заканчивая слово, я хочу сказать, это счастье великое, что человек имеет в сердце Бога. Да, трудно, да, непросто. Так посмотрите, как нас пачкают, что только не говорят. Что только не говорят. Вот сможешь ты не соблазниться? Сможешь ли ты услышать голос своей совести в грохоте этого мира? Сможешь ли ты во мраке бездуховности, разврата, вот этой вот буйства плоти этой ногой, не утонуть, выстоять? Но человек это не сможет сделать. И ученик говорит, Господи, а как? Он только говорит постом и молитвой. Только я могу дать. Вот поэтому мы слабые, мы немощные, Господи. Мы дети Твои.
Мы приходим к Тебе, мы причащаемся и просим, да вот воля Твоя, Господи, в этом мире. Дай нам возможность так жизнь прожить, чтобы и в Царстве Небесном быть с родными, с мамой, с папой, со святыми, с Божьей Твоей Матерью, с Тобой, Господи, чтобы уже никогда нас ничего не разлучило. Аминь. Спасибо. Я совершенно вас поздравляю с воскресным днем и желаю от всего сердца, чтобы никто в жизни никогда на мгновение не ощутил чужбину. И с другой стороны, хочу сказать, никогда не поймет человек христианство и Христа, если он не ощущал себя оторванным от нечто целого, великого, глубокого, большого. Когда его сердце не наполнялось тоской о возвышенном, о святом. Никогда нельзя понять христианство, когда не ощущал глубины своего падения, своей слабости, своей смертности. Владыка Антоний Сурский говорит, когда мы говорим о смерти, мы всегда думаем о ком-то, но не себе. Но ты тоже ляжешь. Как Христарец говорит, молись, если же тебя еще в гроб положили, а то будешь гнить при дороге. Я говорю, а как же быть? А ты молись и живи духовно всю свою жизнь. И тогда твоя жизнь будет шествие. Смотришь, уже пред Богом. И Господь тебя как труженика водит. Иди на брачный пир, отдохни. Вот только тогда можешь понять христианство. Когда ты увидишь всю сущность, весь мираж и красоту всего этого мира, который Господь нам дал, на вершине является Бог. Аминь. Я все душевно еще раз поздравляю сегодняшним воскресным днем. Все, кто пришел, счастье. Дай Бог, чтобы Господь давал духовные силы не пасть и двигаться дальше, пока все вместе вот так вот не будем в Царстве Небесном. И дай Бог, чтобы не только кто в храме, но и кто вне храма. Ведь каждый человек неповторимо дорог для Бога. Нет чужих детей. Все мы дети Бога. И дай Бог, чтобы никто не пропал до вечности. Остальное все управится. Следующая седмица начинается уже о страшном суде. Последняя неделя, потом заговор на мясо, потом на молочное. И так потихонечку пойдем, двинемся дальше. Выслушай, пожалуйста, слова благодарственной молитвы. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня и сегрешного.